Приветствую, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это фокусы от моряка, как вы, конечно же, догадались. В этом видео я обучу вас некоторым элементарнейшим фокусам, которые сможет повторить абсолютно любой человек. Итак, что ж, давайте потасуем наши карты как следует, чтобы у нас с вами все получилось, чтобы мы с вами не спалились, чтобы все у нас было хорошо. Итак, уважаемый зритель, доводилось ли вам быть когда-нибудь предсказателем и предсказывать карты? Не доводилось. Сейчас я возьму вот этот вот обычный листочек и запишу на нем предсказание. Я предскажу ту карту, которую вы сами же найдете. Итак, давайте, допустим, мы напишем, вот эта карточка, пускай будет вот эта вот картишка. Вот такая вот карта. Да. Художник с меня, конечно, еще тот, но, в принципе, нарисовал похоже. Итак, я загадал свою карту. Теперь, уважаемый зритель, выберите абсолютно любые 12 карт, которые вы захотите. Хотите, я сдам их снизу. Хотите, сверху. Хотите, ну давайте. 12 карт. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь, уважаемый зритель, из этих 12 карт выберите 4, те, которые вам больше всего нравятся. Любые, наобум. Ну, допустим, зритель взял вот эти вот, да? То есть вот эти он взял, а эти нам не нужны. Итак, давайте вскроем, что это за карты. 4, 4, валет и семерка. Уважаемый зритель, ваша задача каждую из этих карт довести до номинала 10 очков. То есть, к каждому числу надо прибавить столько карт, чтобы получилось 10. Итак, к четверке вы прибавляете 6 карт. То есть, 5, 6, 7, 8, 9, 10. К четверке снова прибавляем 6 карт. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все картинки дают 10 очков, поэтому ее не будем. И к семерке необходимо прибавить, соответственно, 3. 8, 9, 10. А теперь, дорогой зритель, сложите значение всех этих 4 карт. 4, 8, 18 и 25. И сдадим еще 25 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 карточка. 25 карточку я отложу. Это и будет карта предсказания. Итак, я предсказывал, что вы добудете для меня из этой колоды тройку крестья. И щелкнув пальчиками, конечно же, наша тройка крести появляется на наших глазах. Ну что ж, идем далее. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим следующий фокус, но перед этим я хочу вам напомнить, что в магазинчике карт моряка вы можете всегда прикупить самые ходовые карты. Ссылочка на магазинчик будет, как обычно, в описании к видео и где-нибудь вот здесь. Ну что ж, а мы с вами давайте перетасуем нашу видавшую виду карточную колоду. Конечно же, подснимем ее, чтобы все у нас было тип-топ. Дорогой друг, я сейчас буду пролистывать вот таким вот образом колоду. Останови меня, пожалуйста, в любом месте, в котором сам захочешь. Давай, поехали. Стоп. К примеру, сказал ты вот здесь, да? И эта карта будет твоей. Запомни ее. Я надеюсь, ты справишься с этой задачей. Запомнил? Окей. Давай мы подснимем колодку, карточку вот так вот уберем, серединочку и закроем. Как ты знаешь, фокусник я довольно ленивый и частенько в своих фокусах призываю своих помощников. Так будет и в этот раз. Щелкнем разок пальцами и вуаля! Вот они, наши красавцы, появились. Для тех, кто не знает, что это за помощники такие, я напомню. Это 4 обыкновенных туза, которые обычно помогают мне искать карты, пропавшие карты. Для тех, кто не знает, я напомню. Это туз буби, это туз пики, это туз крести и это туз черви. Красные тузы будут искать в этой стопке, а черные тузы будут искать в этой стопке. Итак, напоминаю, черные тузы одна стопка, а красные тузы другая стопка. Закроем мы все это дело. Розолечку подснимем и оп! Обратите внимание, каждая пара поймала по подозреваемому. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй, с черного. Черные тузы поймали одну карту, и это оп.
Это, конечно же, ваша карта тройка черви. Но красные тузы тоже не дремали. Кого же они взяли за подозреваемого? А я думаю, что это был дублер тройки черви, тройка буби. Вот такие вот мои помощнички, которых я очень часто использую в своих трюках, друзья. Ну что ж, переходим к следующему. Ну что ж, друзья, мы продолжаем, и на очереди у нас очередной карточный фокус, для которого нам потребуется оккультный ритуал. Итак, для начала давайте немножечко мы нашу колодочку потасуем. И, уважаемый зритель, я сейчас буду пролистывать колоду вот так вот. Остановите меня, пожалуйста, в любом месте, в каком сами захотите. Готовы? Поехали. Уп, к примеру, вы остановили меня здесь. И мы взяли с вами энное количество карт. Давайте мы это энное количество карт перетасуем. А теперь, дорогой зритель, возьми любую столько карт, сколько сам захочешь. Ну, к примеру, зритель взял вот эту стопочку. Ну что ж, остальные карты нам не нужны, и мы можем смело убрать их в колоду. Колоду, естественно, перетасуем. Для того, чтобы произвести предсказание, мне необходимо выложить магический круг. Это и будет нашим ритуалом. Начнем. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот этот магический круг. Ну что ж, друзья, давайте теперь посмотрим, сколько карт взял зритель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт у зрителя. Исходя из этого, я предсказываю, что девятая карта – это пятерка буби. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, пятерочка буби. Это было очень просто, если использовать данную карточную магию с магическим кругом. Итак, друзья, мы продолжаем, и на очереди следующий фокус. Данный фокус, кстати, уже был у меня на канале, но он почему-то незаслуженно забыт, хотя он очень крутой и очень простой. Считайте, что это у нас ремикс. Итак, уважаемый оператор, подсними колоду в любом месте. И эту стопочку возьми себе. Теперь смотри, эти стопки мы сейчас с тобой заносим за спину. И из этой стопки случайно выбираем любую карту. И эту карту запоминаем, поняла? Поняла. Итак, убираем за спину. Достаем любую карту. И запоминаем. Так, я запомнил свою карту. Ты запоминаешь свою карту? Запомнил. Запомнил, да? Вот теперь давай свою карту я убираю в твою стопочку. Туда. А твою карту убираем в мою стопочку. Вот сюда. Ты хорошо помнишь свои карты. Давай соединим наши пачечки. Ты хорошо помнишь свои карты. Точнее, свою карту. Да. Я также, соответственно, помню хорошо свою карту. Можешь назвать, какая карта у тебя была? Семь черви. Семь черви твоя карта. Моя карта это туз крести. И вуаля, волшебный щелчок. Обрати внимание, наши карты переворачиваются вверх лицом. Переворачивается твоя семь черви. Семь черви твоя, верно? Да. И, конечно же, мой красавчик туз тоже переворачивается лицом вверх. Вот такой вот замечательный трюк. Итак, друзья, мы продолжаем, и на очереди у нас очередной карточный фокус от моряка. Итак, уважаемый оператор, сейчас мы давай с тобой перетасуем картишки. Конечно же, подснимем, чтобы все у нас было хорошо. Карты все нормальные, все как положено. Теперь тебе надо запомнить одну карту. Давай, я буду пролистывать вот таким макаром, а ты запоминай. Стоп! Это твоя карта. Запомнила? Запомнила, да, отлично. Уберем ее. И потасуем как следует. Тасуем хорошенечко, колоду так тасанем. А вот теперь ты сама отыщешь свою карту. Даю установку. Назовешь всего лишь одно число, и это будет твоя карта. Давай проверим. Давай проверим, хорошо. Для того, чтобы произвести эту установку, мне надо знать всего лишь одно число. Назови любое число от 10 до 19. 11. 11. И 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10, и 11 карта, конечно же, твоя. Но давай немножечко разовьем интригу. Давай узнаем, что было бы, если бы ты взяла 12-ю карту. Это была бы четверка черви. Твоя карта? Нет. Нет.
Что было бы, если бы ты взяла не 11-ю, а, скажем, 10-ю карту? Это была бы 8 буби. Твоя карта? Нет. Не твоя карта. Но ты взяла 11-ю. Верно. Ты сама ее выбрала, можешь назвать вслух свою карту. Дама черви. Дама черви, ну и, конечно же, красавица дамочка черви появляется на нашей сцене. Вот такая вот прикольная штуковина. Класс.